Анонс и точная дата выхода 68-й серии турецкого сериала «Ветреный». 68-я серия сериала выйдет в эфир 18 апреля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как в последнее время Риян и Мирану пришлось пережить очень много потерь. Риян чувствует себя полностью сломленной. Сначала ушел ее отец, затем Умуд. Но и на этом беды не перестают сваливаться на ее голову. Риян находится на грани нервного срыва. И на этот раз она сорвала всю свою злость на Азизе и прогнала ее. Миран пришел к Фисун и заявил ей о том, что она ему должна две жизни. Фисун не испытывает никакого страха перед Мираном, и она даже готова вернуть ему сына. Но только при одном условии. Миран должен будет сделать так, чтобы все считали Джихана убийцей Хазара. Теперь Миран должен решить, договорятся ли они или же так и будут воевать дальше. С помощью Мирана Фисун надеется выйти из этого дела с чистыми руками. Ведь Азизе никогда не оставит убийцу своего сына в живых, и она сделает все, чтобы отомстить за смерть своего ребенка. Риян считает, что как только их сын родился, то Миран очень сильно изменился, и теперь его глаза переполнены жаждой мести. Риян сказала Мирану, что мужчина, которого она знала, перевернул бы всю землю, но вернул бы ей ее сына. Но Миран стал другим, только из-за смерти своего отца, и он не может делать вид, что ничего не произошло. Напомним, 68-я серия сериала выйдет в эфир 18 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.